Ты говорил, это будет стандартная эвакуация. Они поджидали меня, и один из них едва ли был человеком. Он оторвал багажник моей машины. Соберись, Соло. Наступает самый опасный этап нашей операции. Мы обнаружили преступную организацию, у которой есть атомная бомба. Выбора нет, придется работать вместе. Америка и Россия в одной команде? Гремучая смесь. Мы пойдем, а вы двое познакомьтесь. Упадешь мне на хвост, работаем быстро и четко, а утром обо всем забываем. Это не по-русски. Твоя цель — Виктория Винчегера. Они пошлют армию, чтобы помешать нам. Тогда нужно организовать достойный прием. Для успешного выполнения задания нужно знать друг о друге больше нюансов. В каком смысле? Мне нравятся сильные женщины. Хочешь подраться? Этого я не говорил. Держись, ковбой! Не такой уж особенный день для особых агентов, верно? Прости, что не могу прикончить тебя сама. Твой маячок не передает сигнал. Хочешь проверить? Я только за. Что ты там такое делаешь? Стараюсь не заблудиться. Теперь-то работает. Пора заканчивать. Может получиться забавно. С тобой работать сущий ад. Ковбой ты, а не шпион. Кстати, у вас новый позывной. Позывной? Uncle.